Весной 2016 года Министерством имущественных отношений Московской области был запущен региональный проект общественной инвентаризации. Его цель – выявление объектов, которые не используются по целевому назначению, в том числе аварийных. Сегодня информацию о таких сооружениях можно направить даже через портал «Добродел». Сегодня фактически происходит демонтаж уже пятого объекта. До этого были снесены объекты в Чеховском районе, в Раменском районе, в городском округе Уткарино. Министерство имущественных отношений и Управление контролем и использования имущества фактически занимается координацией совместной работы органов местного самоуправления и органов исполнительной власти на местах. За три месяца от жителей области поступило уже 460 обращений. 334 строения включены в реестр общественной инвентаризации. По судьбе каждого объекта принимается свое решение. Водонапорные башни в Барвихе оказалось проще демонтировать. Их износ превышал 90%. Беспокойство окрестных жителей было вполне объяснимо. Башни имеют значительные коррозийные повреждения, поэтому требуют немедленного демонтажа, так как находятся в непосредственной близости от домов. И в случае их падения на крышу дома могут большой материальный ущерб или, не дай бог, даже вред здоровью жителей. Бюджету поселения снос башен не будет стоить ни копейки. В оплату работ пойдет сам металл, из которого они сделаны. После демонтажа высвободится приличный участок земли. По словам местной власти, после консультации с жителями его, вероятнее всего, используют для благоустройства. Это прекрасное место, находящееся в соснах. Поэтому после того, как мы проведем сход с жителями, публичное обсуждение, тогда и примем решение. По словам представителей регионального министерства имущественных отношений, работы по проекту общественной инвентаризации в Московской области в ближайшее время будут идти все активнее. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».